В Амурском районе с 2016 года работает благотворительный фонд «Мы вместе» для оказания помощи гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. А вы, амурчане, имеете возможность оказать поддержку своим землякам. За все это время помощь получили 29 семей на сумму около 1,5 миллиона рублей. Благотворительный фонд «Мы вместе» ведет свою деятельность с 2016 года. За все время деятельности помощь оказана 29 жителям на общую сумму 1 миллион 373 тысячи рублей. В 2016 году помощь оказана 10 гражданам на сумму 327 тысяч рублей. В 2017 – 5 амурчанам на 260 тысяч рублей. В 2018 году – 5 жителям на 284 тысячи рублей. И самый продуктивный стал 2019 год. 9 нуждающимся была оказана помощь на 502 тысячи рублей. В приоритете благотворительного фонда оказывать помощь, конечно же, детям-инвалидам. Из 29 человек, получивших материальную помощь, 20 – это лица до 18 лет. Ситуации и потребности у людей бывают разные. В основном амурчане обращаются за помощью для оплаты проезда и лечения в клиниках нашей страны. В городе Москве, Новосибирске, Хабаровске, Кургане и других. Но есть случаи, когда лечение необходимо провести в Южной Корее и Китае. Также люди обращаются за помощью в приобретении специального оборудования для реабилитации последствий ДЦП. Это велотренажеры, массажные столы и подъемные устройства, прокомментировал руководитель благотворительного фонда Владимир Парфенов. Чтобы получить помощь гражданам в трудный жизненный момент, необходимо обратиться в фонд по адресу улица Амурская, дом 8, дом молодежи. Главные условия оказания помощи – это проживание на территории Амурского района. Трудная жизненная ситуация, невозможность получить данную услугу со стороны государства, по линии Министерства здравоохранения, социальной защиты, ПФР и так далее. И, конечно же, наличие денежных средств в благотворительном фонде. За время деятельности нашего благотворительного фонда мы реально увидели, что беда, тяжелая ситуация может произойти с любым человеком, прийти абсолютно в любую семью. Тут никто не застрахован. Поэтому от всех, наверное, граждан, которым мы оказали помощь, я говорю большие слова благодарности всем нашим жителям, которые активно участвуют в деятельности нашего фонда путем взноса денежных средств. Ведь, повторюсь, да, беда может произойти с любым. Примеров очень много. Буквально на днях, наверное, да, все по соцсетям уже жители наши увидели, что у выпускника третьей школы был диагностирован тяжелое заболевание рак. В данное время Максим находится в городе Хабаровске, получает курс химиотерапии. Ну и все мы прекрасно понимаем, что после курса нужны будут денежные средства на реабилитацию, на лекарства, на поездки в медицинские учреждения. Поэтому я уверен, что амурчане обязательно откликнутся, и все вместе мы окажем помощь. Все, кто желает помочь нашим гражданам в трудной жизненной ситуации, могут перевести любую сумму по указанным реквизитам. Расчетный счет 40 70 381 400 22 30 13 46, дальневосточный филиал ПАО МТС Банк города Хабаровска. Руководитель благотворительного фонда, заместитель председателя собрания депутатов Амурского района Владимир Викторович Парфенов.